УАЗик у Глима, конечно, хороший. Но я бы его, так как он вроде бы якобы профессиональный сталкер, то в принципе можно было бы как-то и получше его сделать. Обмундировать, что ли, обвесами всякими. Как дела, друзья? Вы на игровом канале MacoPlay, мы продолжаем с вами выживать в игре под названием The Survival. И в прошлой серии мы сразились с довольно-таки тошнотворным чувачком. И у нас сейчас задание поговорить с Климом в подвале. Пойдем поговорим. Я пока без накидок, без ничего. То есть, я просто не знаю, может он мне сейчас что-то даст в награду или по типу того. Когда вы подошли, Клим и Клепка что-то обсуждали. Похоже, вспоминали старые добрые времена. Ты бы видел лицо Шерпа, Клим. Он из подвала, за ним бешеный светлячок. Светляк. Да я же тоже там был. Привет. Всегда тогда чуть не все тогда чуть не поджарились, как два бампера. Да, вот это было время, амбец. Где теперь наш Шерп? О, вот и ты. Спасибо за помощь с распадниками. Один бы я, может, и не справился. Давай сразу к делу. Я так понял, нужна помощь? Да, есть у нас тут один артефакт необычный. Шерп из хозмага как-то принес связку кровавых слез и эту штуку. Никак не можем разобраться, что делает. Посмотришь? Это я запросто, но ты же знаешь, Клепка, бродяжи и без оплаты не работают. Бродяжники, даже по дружбе. Примета плохая, сейчас я вам уступлю, а потом все голодные пятна на обратном пути соберу. Знаю, знаю, давай что-нибудь придумаем, символическое. Чтобы не совсем за даром, а? Ну, сигарет, например. А, это можно, пачки три, у меня как раз кончились. Три пачки сигарет. Ну, благо я к торговцу последнему, который к нам приходил, не попал. А вот сигаретки я, конечно, тебе достану. Только их пачки три, говоришь, да? Хорошо. Да, кстати, у нас тут ботинки распадника есть. И они даются за седьмой заход в игру. За седьмой день. Вот. И у меня есть одни планы, некоторые. Очень жутко, наверное, опасные. Но может быть, пока ничего говорить не буду. Вот теперь по-нашему. Можем работать. Курево в дороге пригодится. До хазмага пачка улетает только так. В общем, артефакт ваш очень полезный, если его не глотать. В хазмаге таких, как грязи. К слову, за хазмаг приходилось тебе слышать? До войны склад там был бандитский, а теперь подземная аномальная зона. Крайне опасная, но и хабар соответствующий. Я Шерпу хотел предложить со мной поработать. Мы ж когда-то с ним были напарниками. Но Шерп, как я понял, на разведку ушел. Так Клепка сказала. Мы с ней покалякали, а она предложила тебя к делу приспособить. Так что, надумаешь поработать, приходи в хозмаг. Предметы доставлены в хранилище. Какая-то дичь, в общем, красная. Все ясно. А, ну, давайте активку посмотрим. Добраться до хозмага. Но мы сейчас в хозмаг не пойдем, друзья. Потому что, во-первых, у нас буквально 21 левел. А, во-вторых, я здесь немножко полутался. То есть, походил на тихую рощу, на железные всякие развалины. А, к слову, что... Что я сделал и что я планирую вообще на эту серию. Дела такие. Короче, смотри. Прикинул я тут. И нам велосипедик нужен, чтобы нормально передвигаться. Где найти, посмотрел. Опушка леса, выжженные земли и смертельные зоны. Опушка леса довольно-таки далеко. Выжженные земли почти точно так же, как и опушка леса, но чуть поближе. Так мы туда и пойдем. На выжженные земли, наверное. Только я не очень готов, потому что у меня по-прежнему нет... Нет кое-каких оружек. Поэтому смотри, что взял. Четыре
обычных ножа, потому что ножи здесь вообще бомба. Правда, выносятся очень быстро, но, по крайней мере, делаются из говна и палок. А кроме того, быстрая атака еще и крит иногда хороший и высвечивает. Поэтому так и будет. Так, подожди. Я бы хотел где-то кожевника... станочек, наверное, вот куда-то вот сюда бы поставить. Было бы неплохо. Как-то по типу вот так. Хорошо. Теперь берем... Нет, нам нужно посмотреть, что нам нужно вообще туда. Типа, сейчас начнутся, типа, тряпки там, туда-сюда. Что производит? Одна кожа. Одна шкура, одна кожа. А, ну ок. Ок. Мертвая низина, не знаю. Выжженные земли, вот. Ах, там еще и радиация. Вообще зашибись. 22 минуты с половиной, если идти и бежать 25. Подожди, а опушка леса? Тоже 25 минут, да, но там поменьше. Простите. Там поменьше радиации. Оружие можно найти, смотри, одежду. Редкие ресурсы, это, наверное, касаемо вот этого нашего велика. Я там просто маслицы нашел. Тут больше радиации. Пойдем на опушку леса. Хотя нет. Тоже дохрена радиации. Антирадин нужно взять, наверное, да? Тридцать пять. И радиация, смотри, смертельная. Зато там звезда сияния. Ну, мне пока рановато туда, да? Куча оружия, смотри. Пойдем сюда. Рубить я ничего не буду. У меня там достаточно бетона, достаточно дерева. Ну, на первое время. Я надеюсь, что нам повезет найти запчасти велика или сломанный велик. А если нет, придется тогда как-то попозже идти в этот... на опушку леса. О, сигаретки, хорошо. Так, деревце я возьму. Погоди, что нам нужно для... Ага, одна тряпка и два камня. Замечательно. Значит, камешки берем. А дерево сбагрим потом, если что. Железо хватай. Чудно. Что в ящике таится? Ну тут типично, короче. Вот эти семена я уже садил. Давайте помидорки, наверное, будем собирать. Вообще вот эту всю фигню типа можно найти запросто. Я же выставлю, правда, против него. У меня здоровье вроде нормально. Я, правда, лечилок не взял. Хорошо. Хорошо. Съесть. 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 Вот хотя бы, чтобы до 1000 дошло. И нормас.
Лечил, как я не взял, потому что, во-первых, они займут место, а во-вторых, тут можно будет что-то пожрать найти и, скорее всего, что-то по типу сделать какие-то хотя бы бинты. Клинок служил до последнего. У меня еще 3 таких. Я запасся, блин, я знаю, что это такое. Так, вот эту дрянь всю возьмем. Этим камешком можно швыряться, но тогда придется жертвовать свободным местом. Еще один артефакт, смотри-ка. Что у нас тут? Слушай, а вообще я не буду вот эти семена всякие брать. Я не буду этой херней заниматься. Ну, серьезно. Потому что мне не надо они. Я в тихой роще, в крайнем случае, смогу найти что-то подобное. Ничего не нашел. Сумки и... И чемоданчики иногда... Как ловушки установлены, то есть могут отравить. Блин, мне стрёмно, я так думаю, что... Здесь вот этот здоровый, короче, чувак. Не один. Я не помню, как их звать. У них по 800, по 900. Здоровье. Ножиком не варик, конечно. У меня есть лук, я могу типа втихую как-то валить. Но надо освободить для начала место, а потом уже на крайний случай лук сменить. Зубы, мясо я тоже брать не буду. Понятно. Твою мать. Ты посмотри, сколько у него здоровья. Я херею, блин. Шикарно, я даже не понял, что произошло. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Херово, это же все нужно вернуть. Тупо наголо. С одной стороны, это глупо, а с другой стороны, у меня выхода нет. То есть, это пипец. Сейчас мы тихипундером, короче, пойдем. Смотри, волк принюхивается, я в кустах еще прятаться могу. Офигеть. Тихо-тихо, чувак, не кипишуй. Мне главное сейчас избавиться от этого черта.
Ах ты, твою мать, серьезно? Вот же падла. А дай оружку свою, слышь? Не хочешь мне оружку дать? Вот же мазафака какой, а? Прикинь. А где мой лут вообще? Так, это был джип. Потом я пошел куда-то вот сюда. И прибежал этот хер. Не этот. Другой. Че, серьезно, он пропал, что ли? Блюется чем-то, подонок. Че у тебя есть? Нихера у него нет. Ой, капец. Так я не понял ни разу, а где мой лут вообще? Типа все, я должен попрощаться с ним? Слушай, вот это выгон. Хваты вот эти есть. Есть хваты, а есть мега-хваты. Хваты, маты, чебураты. Ну хорошо, мне так вписывают, потому что я же без защиты вообще. Моя оружка приходит в негодность, но я по-прежнему не нашел свой лут. Может, это нормально? И я зря бутылки и фляжки выкидываю. Тряпки мне нужны. Ножик сделать. Зашибись. 4 тряпочки. Хорошо. Еще камушек один. Вот этот. Чудно. Еще 2 камушка собрать, будет еще один ножичек. Камуфек, иди сюда. Хорошо. Я так полагаю, если даже и есть здесь сломанный велик, то скорее всего он возле какой-то постройки. Но я просрал все, прикинь.
Сигаретки, хорошо. Палаточка. О, какая-то новая дичь. Какая-то, мать его, новая дичь. Где мой лут вообще? Где мой... Вот будет печалька, если я все просрал, короче. Вот очень печалит меня это предположение. Обидно прям. Серьезно. А, да, и плахетка мне, кстати, тоже. Да завали ты его уже, сколько можно, блин, вот это. Но мне херово, я не выдержу. Не нашел я лут. Не знаю, что делать. Оперативная память. Клево. Ну и чё, возвращаться, что ли? Тут написано, вот одежду можно какую-то найти. Где ее найти? Там была какая-то постройка, но ты попробуй доберись до нее. Если меня палят, даже когда я в кустах прячусь. Не знаю, сейчас попробуем, короче. Еще немного. Потусить. Еще и радиация, блин, дает свое. Ну, конечно. Можно мясо сырого поесть, но я, если еще и отравлюсь, так будет жопа. Ты посмотри, как он меня валит. Это просто жесть. Это... Как так-то? Ох, япона, мать, какая-то хрень. Ну давай. Интересно, поможет? То, что я спрятался в подвале, короче, чтобы меня не завалили. Просто иногда отходишь, короче, и приходит какой-то тупо горелый, там, 420 здоровья, блин, и выносит тебя. И тут приходишь на экране: вас убил горелый. Чувак, ты прозевал. Прозевал увидеть свою смерть. Хорошо, в общем, горячо. Горячо, друзья. Прошло несколько дней, так как мне за 10-й день входа в игру дали сейчас два ремонтных комплекта, которых я вам продемонстрирую. Вернее, оружейный ящик второго уровня. Это количество, наверное, их, да? Типа два. Скорее всего, так. В общем, чем я занимался?
Тупо занимался тем, чтобы возвращал себе хоть что-то, что мы там потеряли. То есть из одежды у меня тряпок критически не хватало, я тряпки ходил собирал, у меня не хватало дерева, хотел немножко заборчик построить, чтобы каждая падла сюда не приходила и нас не тревожила. Кроме того, железяки собирал, в общем, камни собирал, такое все, чтобы каменный уже обработанный станок поставить. Сейчас я вам покажу. Станок, да, для обработки камня. Ну, нужно будет, конечно, еще дополнительно досочки нафигачить, потому что они у меня были, но я их употребил, не съел, конечно, хотя кушать я тоже очень хочу. Почему я хочу так кушать? Попей, пожалуйста, спасибо. Вот, еще немножко, чудненько. Да, станок улучшений. Я вообще без понятия, что он делает, как он себя ведет и что для него нужно. Ну, то есть, то, что для него нужно, я уже полностью собрал. То есть, нам понадобилось 20 металла, 15 досок, 2 гвоздя, если я не ошибаюсь, 10 камней, именно не камней, а бетона, 4 изоленты, 3 провода, 2 шурупа и 2 шестеренки. Давайте его построим. Офигеть, теперь я могу им пользоваться. Что он улучшает? Вообще, острый каменный нож. Один набор. Ага, топорики. Понятно, понятно. То есть, грубо говоря, переводит на второй уровень вот эту всю штуку. Стальные ножики вот эти вот мне очень нравятся. Они, правда, выносятся очень быстро, но при этом мы пойдем со стальным ножиком, вернемся все-таки, так как нас лишили лута. Пойдем с таким, улучшим его за одну минуту. И лук качественный у меня уже есть один. Ну а лопата, факелы, это такое, конечно. Улучшенный факел. О, есть молоток, смотри-ка. Можно молоток улучшить и попробовать с ним побегать, походить. Попробуем сейчас улучшить обычный нож. Улучшить Данилу. И возьмем, наверное, с собой копье. Потому что я даже хабар с собой не забрал. Как-то я пытался, короче говоря... на стоянку бандитов попасть. Я, конечно, попал на стояночку бандитов, но прикол в том, что до хабара я тоже не добрался. Там капец, там агрится, сразу 8 человек на меня набежало, плюс босс 3820 здоровья у него было. Я что-то попытался, короче, как-то с ним справиться, но у меня ни хера не получилось. И опечаленный я ушел. Я ушел опечаленный, опечальной опечулькой. Погоди, стальной нож. Ну да, это нужен вот такой вот наборчик, да? Типа хлоп и стальной ножичек. Вот. Замечательно, сейчас минуточку подождем. Пока минуточка идет, мы с вами... Укрепленная доска с гвоздями. Вот доску с гвоздями жалко, что я не могу сделать, потому что она вызывает кровотечение у многих. И вроде как нормально фигачит. Довольно быстрая, кстати. Ой, пошли ящики, короче. Полосатенькие. Оранжевенькие. Да, починить я эту броньку не могу. К сожалению. Может быть, она и дропает со стоянки Клима. Да я что-то даже как-то и не посмотрел, короче. Можно ли туда вернуться? Чтобы что-то полутать. В общем, для того, чтобы хоть какое-то оружие получать, нам необходимо с вами бегать... Бегать или ожидать стоянку бандитов. А, давай, 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 давай. Я вообще не знаю, я здесь ковыряюсь достаточно много и пытаюсь вам как-то что-то объяснить, какие-то хитрости придумать, как выкручиваться из той ситуации, что крафтить лучше, что крафтить не лучше, что готовить лучше. Но как-то типа получается, потом я включаю...
проверяю видео, короче, и получается какая-то нудотина. Поэтому не знаю, напишите, что как снимать. Хотя это тоже бесполезно, потому что половина может написать «снимай все», а половина может написать «это нудный такой, такой нудный». Я хочу быстроты, ты. Ну где ты засранец, блин, сколько можно лазить? Тут, в общем, ворота, когда я строил, да, видите, что я оградку небольшую сделал. Во-первых, горелые обходят вот эти вот штуки. Надо, наверное, еще три поставить, чтобы они хоть как-то замедлялись. Ну и типа заборчик вот такой получается. И ворота с этой, с обратной, из внутренней стороны имеют какой-то замочек. Но я этим замочком пользоваться не могу почему-то. Было бы неплохо, так себе закрыл. Так, ну вроде как я готов. Взял еще вот эти желтые хрени, которыми будем швыряться с вами, маляться. Жалко, что не получается взять пока что, скорее всего, да? Не получается нам взять, допустим, использовать, когда лечиться быстрой клавишей, а когда швыряться чем-то. Очень, блин, мешает вот эта фигня. Здесь я даже не знаю, вот это мне вынесут со старта, и я буду полагаться только на свою защиту в 370. Кстати, боевой рейтинг плюс 221, это, наверное, прочность. Ну, типа, было бы неплохо еще прочность знать. Увеличивается при улучшении прочности или нет? Хотя бы там на каких-то 20%. Да какой пить? Ты только что пил. Какого хера? Успокойся, блин. Задолбал. Короче, я взял кучу оружек, одел наши вот эти сапожки, да? Кто успел увидеть. Взял еще новый, сделал этот ошейник. Ожерелье охотника. Взял немножко мяска. Хотя, подожди. Наверное, не мяско нужно брать, а что-то посущественнее, правда? Чтобы потом восстанавливаться. Тут у меня супчик, конечно, есть. Уха. 405 здоровья. Сгущенка 405. Шоколадик 355. 265. 255. 405. Но вот эта вся серьезная еда еще прибавляет плюс к радиации, поэтому, блин, я даже не знаю. Жареная картошечка у меня тут есть. Давайте жареные картошечки возьмем. Вот я сейчас ее разделю. Штучек 10. Нет, все 20 возьмем, а мясо я здесь оставлю. Вот так. Да. Отлично. Попить, говоришь, хочешь. А если ты картошечки съешь, ты попьешь немножко? Да, красава. Так, все, хорошо. Я волнуюсь, потому что, блин, не хочется вот эти всякие ништяки улучшенные и вот это все потерять. Вот серьезно. Я, пожалуй, начну по стелсу. Как-то с помощью молоточка. Урон, к сожалению, не увеличивается. То есть, если подсвечивается оружие, просто оно, скорее всего, немножко прочнее. Торговец приехал. Блин. Серьезно. Я, кстати, у него покупал некоторые вещи. У меня уже там третий уровень доверия. Так что можно, в принципе, с ним торговать. Но прикол в том, что чем больше доверия увеличивается, тем больше он с тебя просит. Не меньше просит, а больше. То есть, допустим, 2 единицы какого-то за обычный лук, который он продает. А не, допустим, там буквально 3 пачки сигарет. И пипец. Погнали, я не знаю. Я расстроюсь, если у меня ничего не получится. Вместо молотка использовать нож. Потому что ножи здесь очень классные. Так, надо бы присесть, наверное. Хотя, слушай,
если будут зомбаки? Да на уже попей, блин, угомонись. Черт. Да, втихую, наверное, не получится, да? Я пытаюсь сейчас все зачистить, а потом уже себя нормально чухать. Сын Шанго. Хват тут еще, блин, прибежал с 1000 почти здоровья. Охереть. Не, слушай, давай-ка мы ножичком все-таки будем... это все делать. А, кстати, вон еще один стоит, блин. Хрен, сколько у него здоровья? Наверное, где-то 1500. Слушай, я, наверное, стимуляторик приму. Я две штуки взял на всякий. Да, 1200. Пошел нахер, блин. Ну, хочется сказать, что шарашит неплохо. Неплохо шарашит. Ножичек. Наш ножичек довольно-таки неплохо. Ты посмотри, сколько всяких ящиков и всякой срани. Это замечательно, но мне нужна... нужен чертеж на велосипед. Я погибаю без велосипеда. Дайте мне велосипед. Это вся хрень, короче, можно найти и в другом месте. Классно, критик. Где еще его искать? Я что-то как-то запамятовал. Прозектор 780. Пипец. Оу, тихо. Ша! Зачем ты повернулся, засранец? Прозекторы вот эти, наверное, просто так называются, потому что они глазастые. Было бы неплохо знать наверняка... Давай, одного согрел. Хорошо, еще какой-то бонус идет. Что за бонус? А, это тот, типа, усилок, который я... Забытые вещи. Ну, давай посмотрим, что у нас тут. Нужен топор. Ну, зашибись. Только не говори, что в шкафу чертеж. Нет, тут, конечно, можно набрать всяких железяк. Тут еще и подвал есть, охереть. Сделать без проблем, короче. Тут. Только что-то я 26 уровень, с чем я нас и поздравляю.
Что-то я досок не вижу. Совсем, чтобы они валялись. Кто такой гробовщик 975-й пробы? Ох, немножко выгреб я, конечно. Так, сын Шанго 275. Но там второй еще стоит, кстати. Может, стоит испробовать Данилу? Данила неплох. Ой, неплох Данила. Охеренно он неплох. Шарашит, мама не горюй. Капец, сколько тут всего напичкано, это просто жесть. Присядь, пожалуйста, спасибо. Палатка пока не нужна. Ох, япона, мать. Это что у тебя за самострел такой? Ты что, сдурел совсем? Блин. Хереть. Военный ящик. Опаньки. Гитару тоже захватим. Наш... В наше время без гитары никуда. Это что еще? А, блин, я думал, сейчас какой-то огромный привалит. Давай уже ножичек, короче, эффективненько с вами. Испоганим, используем. И еще один подберем. Вообще шикарно. Так, вот это я заберу. Тряпок. Мне критически постоянно не хватает тряпок. Потому что из них делается, во-первых, нитка, а потом из нитки делается еще и жгут. Ну, типа, вы поняли, да? Что уходит очень много тряпочек. Поэтому я обычно за травой хожу, чтобы ее есть что садить. Можно мне велосипед? Чуваки, ну дайте мне велосипед, а. Надо еще место, кстати, оставить для... Ну, первая доска, которую я увидел. А для того, чтобы топор сделать. А то если я не посмотрю в этот шкаф, и мы не найдем с вами здесь то, зачем пришли... Это будет очень печально. Ну, с другой стороны, классно, что ты уже знаешь, с чем тебе куда ходить. Если эти, конечно... Если это оружие, это все есть у тебя. Вообще... Ну, у волка навряд ли есть чертеж. Тапочки, блин, нахера мне тапочки? Принюхивается, прикольно. Ничего себе, волк, блин, 800 здоровья. Ты чем тут жрал? И чем питался? Ты куда? Ох, блин, ну тут вас и... Капец. Тут за одну ходку можно поднять уровня 2, наверное.
Так, топор сделаем. Нет места в инвентаре. Ебана мать. Чтобы выкинуть такое. Давай попьем и вот эти, наверное, выбросим. Три тряпки — это дорого. Для меня это очень дорого. Хорошо. Создаем топор и идем сразу открывать шкаф. Сумка с хабаром. И это, по-твоему, хабар? Ножички классные, блин. Была бы возможность еще два их взять, чтобы из двух рук сразу фигачить. Было бы вообще шикарно. А метательное что-то как-то мне не очень. Слишком медленно работает. Подожди, а где шкаф? Шкаф же где-то был. Вот здесь? Ага. Открывайся, шкаф. Дай велик, блин. А что ты делаешь? Я опять без штанов, что ли, оказался? Вот это охереть. Это забираем. А вот этот вот табачок тоже торговцам идет. Вот, блин. Придется мне, наверное, с тряпками распрощаться. Хотя уже нож никакой. Давайте его добьем. Нету велика. Игра, велик дай. А, велик дай. Ну дай велик. Может, он тут в подвале? Че, пойдем в подвал? Сцикотно мне. Ой, сцикотно. Хотя у нас Данила есть. Пойдем в подвал. Че только я подлечусь. Ух, стрёмно, блин. Я надеюсь, что после подвала, когда я выйду из него, не нарезаются очередные горелкины. Сейчас мы смотри, как сделаем. Коготь смерти. А, красава. До свидос. Дай велик. Черт. Там еще один. Да, еще один. Тихо, я швырнуть тебя хотел. Мистика 76.
Да блин. Велик дай. Дубина. И ботинки охеренные. Черт. Ботинки выжившего, между прочим. Это вам не хухры-мухры. Тряпок наберу. Ура! Тряпок наберу. Че у вас тут пожрать есть? Голова, мозги, там все дела. Это смотри, теперь пьем. Пьем. Картошечку жрем. Жрем. Вот эту баночку съедаем. Разворачиваемся и уходим. Что на стеллажах? Ох, япона мать, это что такое? Пружина, серьезно? А нам нужна пружина вообще? У меня там есть просто украшения еще дополнительные. Я просто знаю, где их реально брать. Чувак, управление куку. Вот, спасибо, хорошо. Сдается мне, что... А что это такое? Спиртовые салфетки. Незаменимое средство для поддержания гигиены в полевых условиях. Смывает грязь. Догонишь. Ну и ладно. Все, выходим. Нет тут велосипеда. Дайте велосипед, блин. Какого хрена? Пожалуйста. Дайте велик. Ну дайте велик. Велик, ух, япона, мать, уже стемнело, блин. Какого хера? Ох, чувствую, жопецкий сейчас нам будет. Ой, жопецкий будет. Так, погоди. А чё ты на нож не переключаешься? Не понял. Кстати, да, я не помню, говорил или нет. То есть, когда мы улучшаем какую-либо оружку, мы ее восстанавливаем. Тут я все смотрел, да? У этого черта что-то есть? Ни хера у него нет. Печаль. Ну и велика, походу, мы не найдем. Тут вон уже конец локации. Я осматривал. Ой-о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 й. Это мы смотрели. Представляю вообще, где может быть. Конечно, нам здесь никто не напишет, типа, велосипед тут, смотри ниже. А было бы неплохо. И
есть, есть. Ножичек не буду брать. Не хочу. Тут ничего. Да, мы по сути зачистили уже локацию эту. Ох, жир, это офигеть просто-напросто. Просто охеренно. Зубы я и так в других местах смогу найти. Ну и чё, типа, вот это все. Вся любовь. Пол уровня поднял и... Даже топор не пригодился, по сути. Я выбрасывать его не буду, у меня жаба задавит. А вдруг оружки больше не будет? Сигаретки. Кассетку давай прослушаем. Диктофонная запись. Диана, слышишь? Сначала это место показалось мне очень недружелюбным, но теперь здесь чертовски вкусная картошка. Что бы это ни... Не значило. Лучше бы написал, где велик найти, блин. Походу нас на Е. И это очень на Ё. Баксы скрученные. Ну, сигаретки, чудненько. Вот где сигареты можно брать. Хотя они и на тихой роще тоже падают. Иногда. Все заберем. Все подчистую. Позабираем. Помидоры, блин. О, сигаретки. Хорошо. Это нехорошо. И тут мы все с вами видели, да? Даже в подвал спускались, прикинь. Бочка, чтобы открыть. А чё, вы открываетесь, что ли? А ты тоже открываешься? Да, смотри-ка. Опаньки. Письмо в бар-эпицентр. Ждан, 6:33. Около причала наткнулись на странное место. На месте входной двери загрузить в ладонник. Я потом прочитаю, у меня тут... Где взялся, ублюдок? Слушай, вот это я сигарет набрал. Охереть. Генератор частоты. Деталь радиооборудования. Ценится торговцами. Вот и что мне делать, блин? Что вот мне делать, а? Как же быть, как быть? Все сожрать. До хера здоровье восстанавливает. Блин, жалко. Я металл оставлю, короче. А эту штучку заберу. Может, она реально годная. Так, и что-то бы еще, от чего-то бы еще избавиться, чтобы взять вот эту вот медную проволоку. Ни от чего я не избавлюсь, и медной проволоки вам не видать. Тут что-то прячется, смотри. Нет? По-моему, нет. Это ящик, то есть не ящик, а шкаф разбитый. Кстати, насчет табачка. Нормас. Сколько у нас там радиации уже? 20? Терпимо. Терпимо, Куплей. Терпи.
сожалению, если я буду бегать... И круги нарезать. От этого, конечно, велосипед не появится. Но сигаретки-то я найду. Найду сигаретки. Какое это точило, прикинь. Только не говори, что мне сейчас лом понадобится, блин, для того, чтобы добраться до... Охереть. Охереть, не встать. Дайте мне велосипед, пожалуйста. Чуваки, я не могу так жить. У меня ноги болят бегать туда-сюда. Ну камон, чуваки, ну камон. Ну что, вам жалко, что ли? Нету велика. Придется идти. На опушку. На опушке леса должен он быть. Подожди, а что-то в подвале было еще, да, по-моему? Я, конечно, понимаю, что мы тут здесь задержались. Минут 10 я бегаю тупо, короче, и вот добираю то, что не добрал. Но, по крайней мере, мы живы. И двух язычников еще завалили. Вот это же круто, скажи. И теперь я знаю, и мне не так обидно, что когда мы потеряли первый раз, сюда пошли. И потеряли кучу... Кучу лута. Я бы все равно его не смог забрать потом. Так что как-то так. Вот эти штуки, блин, я не знаю. А, кстати, можно использовать, да? Можно же применить. А ну давай посмотрим. Да, смотри, я помылся. Помылся каким-то сухим порошком. Ладно, пойдем. Может, по квесту нам дадут этот чертеж велика. Придется мне страдать и по-прежнему бегать без штанов и пешочком. Всю ночь здесь провел, а велик так и не появился. Ну, как так? Ага, хер. Сигареты дай. Не даст. Слышь, горелый. Сигареты есть? Бочка открыть. Опаньки. Подожди-ка. Нет, тут можно разбить только, да. А вот это можно еще открыть. Еще одна вот эта хрень. Давай ее сюда. Изолента у нас есть. Ну, типа, все, да. Вся любовь. Ладно, пойдем назад. Энергии нам хватит, чтобы вернуться. Я бы травы, конечно, еще набрал, но мне некуда. Вот такой неудачный. Еще и дразнит, слышишь? Велосипед, модификации, короче. Нормально? Стоянка бандитов. Нет, на бандитов я не пойду. Хотя Данила, конечно, валит, но... Я, наверное, сам на бандитов пойду. Если мне энергии хватит. Давай посмотрим вообще, где они. До них бежать, блин, 20. И смотри, какая радиация.
Зато там всегда можно найти оружие. Если выживешь и выстоишь против банды. Не банды даже, а толпы. Неудачный поход за велосипедом. Чуть не сказал мотоцикл, блин. Еще велосипеда не нашел, уже о мотоцикле думаю. Вот такой я, ненасытный. Ненасытный, обездоленный, обезображенный, обескураженный. Мне мыться даже не надо. Так, тут готовится, там готовится. Да, хорошо. В общем, я зашел в подвальчик и не знал, как оттуда перенести вот эти прикольные вещички. Ну, там мебель стоит, типа столик с диванчиком. Все как в лучших домах по Парижу и Лондону. Но он перемещается именно по подвалу, вот это все. Так что я тут, конечно, хотел кухонку замутить или какую-то спальню. По типу, ну, наверное, оно еще пригодится. Тоже немного расширился. Вот, и заборчик вы уже видели. Засим мы, наверное, закончим, друзья. Сделаем перерывчик до следующей серии. Ссылка на плейлист в описании под видео. Спасибо, что смотрели. Неудачный поход завершился неудачей. Буду дальше я велик искать. Мне кажется, что как-то легче будет, наверное, вот этот велосипед тупо сделать, короче, а потом уже все остальное. Ну, это мы будем посмотреть. Пока-пока.